команда Киева как победитель прошлого турнира, прошлого сезона, в этом году решила проиграть, чтобы нас пригласили на следующий год. Потому что после двух побед подряд нас наверняка бы не пригласили. Всем спасибо и всем вам. Я хочу, чтобы все мы вместе похлопали тем людям, которые сделали этот праздник. Чем пайспа, чек.